Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Здание Центра занятости Кирова на Пролетарской закроют для посетителей. С 12 апреля Центр будет принимать граждан на Карла Липнехта 105. Переезжает он на период капитального ремонта ориентировочно до конца года. В регионе начинается модернизация центров занятости. Кировский стал первым, где проведут ремонт и переоборудование. Сотрудников обещают отправить на переобучение. Обращаться можно в районные отделы на Октябрьском 50, Юровской 3, в Нововятске на МОПРа 4Б. До 2024 года в Кировской области планируют отремонтировать еще 3 центра занятости. Программа «Экономика». Через МФЦ стало возможно оформить собственность на объекты в других регионах. По экстерриториальному принципу начали оказываться услуги Росреестра в 8 офисах. Например, купив квартиру в Санкт-Петербурге, оформить право собственности можно будет в центрах госуслуг Кирова. Сотрудники МФЦ направят документы в регистрирующий орган по месту нахождения объекта, который принимает решение о регистрации прав, сделок и обременений. Готовые документы затем можно будет также получить в центре госуслуг. Обращаться можно в 6 точек в Кирове, по одной есть в Вятских Полянах и Слободском. Экономика на 101 FM. Фабрика «Весна» вошла в число лидеров производителей игрушек. Рейтинг составила Ассоциация предприятий индустрии детских товаров. Она отбирала их по акведам, наличию полного производственного цикла и финансовым результатам. Кировская фабрика заняла 7-е место. Топ-3 – это семья Лори из Ярославской области. Она выпускает игрушки из глины, наборы для выращивания кристаллов, краски, слаймы, картины по номерам. А также в топе производитель машинок, игрушек для кукол, развивающих наборов «Норд». «Пласт» из Санкт-Петербурга и «Степ-пазл» из Московской области. Экономика. Завершение в валютах. Доллар сегодня 77.10, курс евро 91 рубль 62 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.